Всем привет! Сегодня, 13 декабря, стартовал сборочный цех. Продлится он до 24 января. Будет даваться тяжелый танк Чехии, восьмерка Прем. Для сборки нужно собрать 38 жетонов. Но дело в том, что максимальное количество жетонов за боевые задачи можно собрать 35. То есть три жетона вам нужно будет докупить за игровое золото. Стоимость одного жетона 790 голды. То есть за три жетона вы тратите чуть меньше, чем 2400 голды. На голду, кому надо, можно зайти, выиграть на стримчике, на трово. Ссылка в описании, в комментарии. Заходите, всем пока. Всем привет. А как же его собирать? Давайте глянем на характеристики. Ну, альфа у него 300, базовый снаряд 224, голдовый 252, разброс очень большой, бронирования вообще нету, я бы сказал, что нету. Отсюда вывод какой? Ну, задний ход 45-15 тоже. Не особо, углы минус 8, неплохое. Перезарядка на фулл фарше у него 5,5 секунд. Обзор 370, обзор тоже такой слабенький. То есть, исходя из этих характеристик, какой можно сделать вывод? В рандоме он не очень будет заходить вам. То есть, на нем смогут играть в рандоме только скилловики. Вот, нам с вами, обычным игрокам, в рандоме делать нечего, но в линии фронта, в финальной части городской, где идут замесы, с КД в 5,5 секунды, да еще на тяже, вливать по 300 альфы с пробоем 224, это будет милое дело. То есть, если вам не хватает танков именно для линии фронта, вы можете его забрать. Напомню, что это будет вам стоить 35 жетонов плюс 3 за голду, это 2400 голды. Как проходить сборочный цех? Есть 5 глав. Чтобы приступить к следующей главе, нужно выполнить любую из 7 задач. То есть в каждой главе вам представлены задачи. Вы выбираете любые 7. Под технику, которая у вас есть, под ваши возможности, которые вы чувствуете, что вы эту задачу сделаете. И вперед. И так вот в каждом из пяти этапов по 7 задач. Это все продлится до 23 января. Ну, утром 24, то есть в ночь с 23 по 24 это все закончится. Всем удачи!